Петропавловские празднования Наурыза организовали во дворах многоэтажек. И это пришлось по душе жителям окраин, которые не всегда могут поехать на концерт в центр города. Все подробности у нашего корреспондента Нургуль Ахметовой. Последние несколько лет Петропавловске празднования Наурыза организовывают не только на центральных площадях, но и прямо во дворах многоэтажек. И жителям эта традиция успела полюбиться, ведь не надо никуда ехать, достаточно просто выйти на улицу и поздравить всех соседей с праздником. В этом дворе к празднику начали готовиться за несколько дней до Наурыза. Очистили площадку, вывезли снег, а сегодня с утра в воздухе витает запах жареных баурсаков. Баурсаки на расхват с 9 утра пекем. Уважаемые жители микрорайона, приглашаем вас на праздник Наурыз. Жители этого микрорайона на окраине Петропавловска с удовольствием присоединились к празднованию Наурыза и вышли во двор вместе со своими семьями. Первый раз попробовала Наурызской зиме, мне очень понравилось. Очень вкусное национальное блюдо, баурсаки, чай казахский, очень-очень вкусно. Вот, праздник веселый. Мне очень понравилось. Никуда не надо ходить. Вышел во двор. Замечательно. Мы вот стояли с соседкой, стояли и танцевали, и пели, и все делали. А сейчас это пироженки поели. В общем, очень хорошо. Из палец уносится печать, из души уходит прочь тревога. Организаторы позаботились и о концертной программе. Своими песнями и танцами порадовали ученики школы, расположенной поблизости. Впрочем, в будущем жители микрорайона готовы и сами блеснуть талантами. Подключать надо всех жителей района. Знаете, сколько тут дворов? У нас вот один дом стоит, пятиэтажный, это одна деревня. А там все талантливые люди есть, поющие, играющие и так далее. Вот их всех надо найти, объединить, чтобы даже конкурсы организовать. Например, вот этот коллектив этого дома соревнуется коллективом того двора и так далее, и так далее. Тогда будет очень интересно. Всего же празднование Наурыза организовали в 50 дворах областного центра. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар 24.